Добрый день, дорогие друзья! Компания Motolife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу. Перед вами Suzuki One. Последние цифры номера рамы 5628. Такой вот отличный вариант для поездок в лес, на рыбалочку. И так, в принципе, покататься на нем на повседневку довольно-таки легко. Отлично подойдет для начинающих. Очень легок в управлении. Низкая посадочка, очень удобная. Теперь рассмотрим его более подробно. Стандартная фара. Поток, к сожалению, немножко тут потертый. В основном, с другой стороны, везде все целенькое. Также немножко потерта банка спидометра. Поворотники оригинальные, все целенькое. Переднее крыло также оригинальное, целое, не ломанное. Вилочка сухая, в хорошем состоянии зеркало. Пыльники мененные. Передняя покрышка на троечку. Спицы без окислов, диск, опыт также все в хорошем состоянии, тормозной диск, небольшой репортик есть, остаток колодок в районе 40%, в принципе, на первое время покататься хватит. Бак без нареканий, все замечательно, перешитая сидушка, перешита, в принципе, очень качественно, довольно-таки все хорошо. Стандартный руль, грипс стандартный, ручка тормозная. Шарик был снесен, японец его так закупил. По двигателю никаких видимых потеков мы не наблюдаем. Все замечательно, лапки, подножки, все целенькое. Боковые крышечки также целые, стандартная выхлопная система полностью. Есть такой багажник небольшой, родной. Поворотники задние оригинальные, стоп-сигнал, все целенькое. Задняя покрышка уже мененная. Стоит, ну, такая тоже на троечку с небольшим плюсом. Цепь звезда, все в хорошем состоянии, зубья не съедены, не потянуты. Натяжка чуть более середины, задний амортизатор сухой, шток не ржавый. Соответственно, лапки, подножки, все целое. Подкрашивалась крышка двигателя, сам мотор не красился. Также никаких видимых потеков, запотевания не наблюдаем. Бак ровно с этой стороны. Пластик тоже весь целенький, все замечательно. Пробег 39 663. Сейчас запустим его. Работает ровно так. Цепочку убираем, не слышно. Поворотник исправный, ближний, дальний, также все исправно, все замечательно. Задний поворотник один, стоп сигнал, второй поворотник, все работает. Ну и сделал небольшой. Вторая передача. Третья. Коробочка переключается плавненько, мягенько, без посторонних шумов абсолютно. Нейтральный мотоцикл ищет легко. Все хорошо. Более подробную информацию по нему можете узнавать у наших менеджеров.